Все не так просто. И мы не знаем, что наши бойцы, наши воины сейчас на передовой, в сырых окопах, под бомбежками. Но благодаря им у нас сейчас мирное небо. Мы можем жить мирной жизнью. Я говорю сейчас как афганец, который знает, что такое война. Я вам серьезно говорю, что сейчас он девушка смеется, но там, на передовой, не до смеха. Мне один человек сказал, о войне не бывает. Там каждый враг, там его национальность. Там каждый верит в Бога. Там нет отличия, потому что когда больно и страшно, это меняется мировоззрение человека. И я хочу сказать, что очень обещаю, сейчас в сетях прочитал, что какой-то Андрей Киняев написал про наших якутских воинов, что якуты могут бояться воевать. Это прорыв, это полно. И каждый день встречаю и провожаю ребят. Сегодня мы на педагогах в Восьминогене. Я вижу это все, и это несправедливо, а мало кто знает, что якутский народ потерял больше всего по численности населения наших воинов великих действий. И сейчас тоже наши воины добровольцы убили пятеро детей за 50 лет. Все равно же мы не участвуем по 60 лет. Это наши воины. Видит Андрей Киняев таким сволочам, я буду, как Афганец говорю, встречу буду бить просто. Я понимаю, что это взятка, которую я говорю честно. Я набью его. И сейчас я хочу, если в зале, ребята, поддержите наших борцов, которые на передовой, наши традиционные преграды. Спасибо большое за комплименты!